огромный мир перед вами сейчас открывается. Вы уже готовые профессионалы, многие из вас. И надеемся, что Казанский университет внес существенный вклад в ваше дальнейшее продвижение, в ваш дальнейший рост. В Казанском федеральном университете состоялся День иностранного выпускника. В Музее истории накануне собрались студенты, которые уже на протяжении нескольких лет живут в России. Иностранные выпускники, которые сегодня заканчивают, они, кроме диплома об окончании бакалавриата, смогли найти свой правильный путь, смогли построить ту определенную траекторию, в котором будут дальше развиваться. Я окончил бакалавриат у себя в Индии. Специальность у меня была русский язык, русская литература. И я очень хотел приехать в Россию. И я очень рад и доволен, что выбрал русский язык, Россию, Казан и именно Казанский федеральный университет. Для иностранных студентов в Казанском университете созданы все условия. Помимо учебных занятий, для них здесь регулярно проводятся различные мероприятия. Они помогают как выучить русский язык, так и адаптироваться к совершенно новой культуре. Ведь непривычная обстановка – одна из главных проблем вдали от дома. Самая большая проблема была для меня, что в России было очень холодно. И когда я маме говорю, что сегодня у нас минус 40, и мы как идем на занятия. Я такая: нет, нет, ты не можешь, такого невозможно. Потому что для нас в Индии плюс 10, это уже типа все закрывают, и школы, и магазины, и все мы отдыхаем. Сейчас, когда учеба позади, многие планируют продолжить обучение, чтобы потом вернуться домой высококвалифицированными специалистами. Аслам Ханан, к примеру, мечтает преподавать русский язык у себя на родине, в Индии. Но сначала хочет поступить в аспирантуру. А вот Зыхау только что закончила ординатуру. Уже в ближайшее время она планирует вернуться к родным и начать медицинскую карьеру во Вьетнаме. Там ждут меня, да, родители. Да, давно не было дома, поэтому я думаю, они по мне очень скучают. В ходе вступительной речи проректор по внешним связям Тимирхан Алишев отметил, что иностранные выпускники этого года были одними из самых активных. За время обучения они не только принимали участие в мероприятиях, но и предлагали различные инициативы. Маргарита Михайлова, Никита Акиньшин, Универньюз.